Ну, мы здесь все собрались по просьбе нашего друга Райка. В наши планы это не входило, но вот его решением и его волей мы сегодня оказались здесь. Что мы будем делать? Мы будем играть песни, которые все знают. Если кто-то хочет присоединиться к нам и с нами поиграть, то милости просим. Вот, собственно, для этого мы и находимся. А так, надеюсь, вы получите удовольствие от сегодняшнего вечера. Все. Thank you.
Может быть, сыграем? Да? Мы сейчас начнем играть хиты последних 5 лет. И первым таким хитом будет композиция «Релакс». И для этого нам Александр Кульков. Александр Кульков. Александр Кульков. Не нужен. Thank you.
Алексей был сегодня с нами первый раз. Спасибо большое. Ну вот, это была первая ласточка. Теперь мы уже, можно сказать, настоящий джем. Может быть, кто-нибудь еще захочет. Вот, наконец-то. Кульков, ты не нужен. Он сказал, это ли несчастье, настоящий музыкант. Он пошел есть. А к нам придет сейчас Денис. И что мы сыграем? Ну и мы продолжим наше путешествие по любимым песням нашей молодости. Это композиция группы Soul Life. Tuesday night. We'll be right back.
Денис. Он согрелся с нами. Руслан Смага. Два по цене одного, два слова. А теперь что-то хочется. Да, Александр Куликов, он нам теперь нужен. Рядом с ним Сергей Гиев. Сергей Гиев. Лев Трофимов. И хочется сыграть что-то лиричное, мелодичное, но у нас такого нет. Thank you.
Thank you.
И сейчас мы попробуем что-то спеть. Да, Тимур? Сейчас будет наш самый любимый момент. Мы будем играть то, что мы не знаем. Спасибо, Тимур, большое. Ну и судя по тому, что
Вечер же сегодня долгий будет, и вы все собрались для того, чтобы послушать следующий музыкальный концерт. Мы, наверное, будем двигаться к завершению сегодняшнего первого отделения и сыграем композицию, которая называется «Time to be out». То есть пора сваливать, как переводится композиция.
спасибо. Ну вот, практически закончили, просто я принес сегодня для одной девушки саксофон, и за то, что я ей даю саксофон, она станет спеть. И она пришла, я ее видел. Марианна, ты где? Вот, проходите. Очень неожиданная для меня песня про огромный мегаполис. Place.
Все, до свидания.